Всем привет, с вами я, назовусь под псевдонимом Фейк, и сейчас начну рассказ о Hitman Blood Money. Это миссия «Новая жизнь». Вот здесь задача. Пожалуй, выберу оружие. Стандартный комплект и начать миссию. Ну вот и начали. В основном игра рассчитана на то, чтобы передвигаться пешком, не бегать как сумасшедший. Поэтому лучше пройти миссию спокойно. Иногда, конечно, можно немного пробежать, но все-таки лучше. Так, возьмем пончики. Нам нужно отравить, ну или убить агентов ФБР, которые снимают объекты, приходящие к зданию, где расположена цель. Вот так. Мы возьмем яд и отравим пончики. Прячем шприц, берем пончики. Ну и направляемся к фургону. В гараже впереди есть дверь. Там есть некоторые, там дротики со снотворным и все такое. Но мне это не нужно. Так, ложим пончики, стучим в дверь и прячемся. Ждем, пока он зайдет в машину с пончиками. Подождем какое-то время, чтобы они начали есть и отравились. Ждать совсем недолго. Вот уже можно и заходить. Тут нам нужно украсть видеокассету, чтобы не было доказательств. Потом взять это, конечно же, одежду агента. Сюда нам нужно будет обязательно вернуться за одеждой. Так, проверим номер на всякий случай. Вот она, наша цель. Он расположен вот в том окне. Вот, вы его уже немного видите. Сейчас мы направляемся на задний двор. Для начала мы, пожалуй, заберем микропленку, а позже убьем саму цель. А, кстати, забыл сказать то, что для чего нам нужно будет вернуться за одеждой, так как одежда ни много ни мало стоит $5000. Ну, и по окончании раунда они у нас, естественно, снимутся. Там есть собака. Думаю, нам ее бояться особо не стоит. Ну, погавкает она немного. Нам ничего с этого не сделают. Поэтому больше кипиша поднимем за то, что она будет мертва. А нам нужно взять смесь для разжигания этого костра. Она находится вот здесь. Но есть еще одно немного другое место. Вот здесь какой-то знамет, хотите, можете взять. Сейчас я покажу
Еще в каком месте она находится? Какой я подозрительный тип. Все на меня смотрят. Ну ладно. Так, выходим. Сейчас это место будет немножечко впереди. Если не желаете спускаться и идти туда, то, конечно же, можете пройти туда. Но там нужно будет взломать дверь, чтобы не увидел вот этот вот охранник. Вот в этом сарае находится тоже такая же баночка с разжиганием костра, огня, называйте как хотите. Вот та дама, у нее на шее находится, как сказать, ожерелье, можно сказать, с микропленкой, которую нам нужно достать. Вот. Скоро произойдет несчастный случай. Случай при разжигании костра, ну, жарении барбекю, она загорится и прыгнет в бассейн. Труп ее будет в бассейне. Так. Нам лучше дождаться, пока я не заберу эту микропленку, потому что, когда я буду выполнять заказ на другую цель, после убийства нам нужно будет быстро скрыться. Я потом покажу именно почему и как. Ну, а пока ждем. Ждем и ждем. Вот она уже идет. Сейчас будет очень эпичное шоу. Да что эпичное, можешь сказать веселое. Ну же, давай быстрее. Занимаем лучшие места. О да. Не правда ли это замечательно? Сейчас она падает. Сейчас упадет вот сюда, в бассейн. Где мы и заберем у нее микропленку. Нажимаем пробел. Все. Первая цель выполнена. Поднялся сразу кипиш. Ну ничего. Так. Нажмем Б и видим. Нам осталось убить Винни. Он сидит вон, вот вышел клоун, и вон там справа есть небольшая дверца. Он там сидит. Вместе с ним находится телохранитель, который не подпустит и не отойдет от него. Единственное, где можно будет его убить, это его в кабинете, в который он ходит периодически. Мы прячемся сюда. Достаем пистолеты с глушителем, ну и собственно ждем пока он придет. Почему я говорил, нужно быстро скрыться, так как после того, как мы его убили, оттаскивать его никуда не нужно. Главное быстро закрыть дверь, чтобы его не увидели. Но через какое-то время, потому что он долго будет тут находиться, сюда зайдет телохранитель его. Тем самым он увидит труп, и нам могут не засчитать очки, так как поднимется кипиш, все видно. Поэтому нужно будет побыстрее скрыться. Вот он пришел. Ждем, пока захлопнется дверь. Все, мы его убили. Оттаскивать его не нужно. Возьмем, пожалуй, с него пистолетик. Пистолетик неплохой. Ну и что же, здесь уже можно будет и побежать. Вот, буквально зайдя за угол, мы дадимся в бега, так сказать. Не забываем про костюм, так как нам могут не засчитать, ну точнее, не то, что не засчитать, а потратим лишние 5000 на то, чтобы купить такой же новый костюм.
Берем одежду. Ну и что же, убегаем, убегаем, выполнив миссию на отлично. Бежать. Вот, всем спасибо, всем пока. От Nestar Studio с вами.